сейчас мы прям в люди выходим к вам. Хотим, чтобы вы с нами вместе спели самую любимую песню казачью. Я знаю, во всех станицах, ну и в Находкинских тоже, тут тоже станицы были когда-то в Находкинском округе. Называется она «Не для меня». Вы подпеваете вторую куплет, ой, как вторую строчку, в обувь, между прочим, немножко так, вот как будто мы с вами на гулянке сидим, вот Наталья Петровна, уже все, она такая, все настроение у всех бодрое, привет. Вот поэтому давайте попробуем так спеть сейчас. Прямо по гармошку, это же интересно. Good job.